В Караганде полным ходом идет подготовка к ежегодной церемонии награждения премией акима области Алтын Сунгар. На протяжении 11 лет работники средств массовой информации со всей области соревнуются за звание лучшего в своем деле. Нам удалось увидеть процесс подготовки к торжественной церемонии и узнать, что ждет работников СМИ в этом году. Торжественная церемония награждения назначена на 27 июня. Месяцы упорной подготовки и куча потраченных сил. И времени это все не зря, говорят организаторы. В этом году на Алтын Сунгар подали около 140 заявок со всей области. На постановку концертной программы также было приложено немало усилий. Пригласили профессионалов с Украины. Организаторы уверены, что такого шоу жители шахтерской столицы еще не видели. В программе участвуют известные во всем мире звезды. Это солисты балета «The Great Gatsby». Не хочется выдавать все тайны, все секреты. Мы стараемся, чтобы все было интересно, чтобы наши журналисты получили удовольствие. За плечами выдающегося режиссера-постановщика Татьяны Гордеевой не одно представление. К примеру, в прошлом году она принимала участие в организации торжественного концерта, который был посвящен 80-летию Карагандинской области. На подготовку у нас ушел целый месяц. Каждый день мы репетируем вот самоотверженными девочками из коллектива «Шелпан». Сочиняем, доводим их до усталости, может быть, издеваемся, но они нам доверяют, идут за нами. Мы очень рады, что мы получили и получаем такой теплый прием в Караганде, что все готовы идти к новому, к современному, не спрашивая, просто делая свое дело. И вот мы хотим, чтобы этот концерт премии СМИ был таким восторгом, вдохновением для всех журналистов Караганды, Карагандинской области и дал им какой-то заряд бодрости на целый год. Возможно, в следующем году мы тоже приедем. В этом году в шоу будут задействованы все временные пласты. Речь пойдет о трехвековом развитии журналистики. Номера разные, начиная от исторических композиций, посвященных 18 веку, заканчивая современными постановками. Команда «Гордеевс Групп» в Караганде не впервые. Работают они в основном в странах СНГ. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.